10 тысяч военных внутренней службы примут участие в первых масштабных учениях Сибирского федерального округа. Они пройдут в сентябре. Сегодня завершились сборы офицеров по подготовке к учениям. Подобные масштабные учения уже провели в 4 субъектах страны. На очереди Сибирь, Урал и Дальний Восток. Около 200 офицеров регионального командования 3 дня повышали навыки поддержания войск в постоянной боевой готовности. На учениях им предстоит выполнить задачи по работе в режиме чрезвычайного положения, мобилизации войск и ликвидации последствий техногенных аварий. Учения пройдут в Новосибирске. Вне всякого сомнения, будут задействованы в том числе и подразделения 82-й бригады Барнаула с передислокацией войск в Новосибирск, будут передислокации из Рубцовска, из Барнаула, из Бийска, поэтому войска будут в динамике развития всех, так сказать, наших моментов.